Йоу, у нас сегодня новый формат видео. Поступило предложение сходить на грибалку. Так что идем в лес. По грибы, по ягоды. В основном по грибы. Настюхал на пасу с кинжалом идет. Короче, идем в лес с ножичком походить. Посмотрим, что получится. Ну что, пришли не так далеко от нашего дома. Девчата во всеоружии. Наши сегодняшние грибники. Вон лес. Опа, грибника. Не, ну поганки в лесу точно есть. Будем искать хорошие грибы, съедобные. Видимо, я сегодня буду первый. Такой вот. Вот березовичек. Так, девчонки меня позвали. Раз. Это и... Что? Это что? Два. Это масленок. О, мы берем. Смотри. Так. Сверху заметил вот такого вот красавчика. Хоть. Опарыши в грибе. Опарыши в грибе. Мы нашли, короче, гриб и хотели спросить, что это. Ой. Это был подосиновик. Ну, я говорю. Не, вот. Это что? Ой, какой подберезовик красивый. Подберезовик? Подберезовик. О, вот, короче. Ох, какой. Молодцы. Опа, вот еще. Рыжая что-то нашла. Ой, какой подосиновик, подожди. Ой, какой красивый. Месяц прошло. Масленичек. С ножем. Набежи ты же. Нет. Все, ты опоздала. Красивый. А вот еще один был, а? Тоже? Он. На стихе столько вопросов. Это что же нашла? Ой, какие. А? Раз масленок. Два, три. Ближе, оно осталось. Два масленок. Три масленок. Четыре. Маленькие. Маленькие. Но грибочки. Настюха нашла клад. Только девчонок ушел. Сразу грибочек. Раз подберезовик. Два подберезовик. Раз. Два. Три. Не отошел буквально от того места. Четыре. И вот здесь. Это монстр. Пять. И вообще лесной батя. Шесть. Так, у девочек тут что-то тоже есть. Тут очень много есть. Вот тоже. Маслята. Молодцы. Ну я их сейчас удивлю. А что у тебя? Они нашли опять, да? Раз, два, три. И вон там еще один. Где? Молодцы. Вот, вот еще. Ну вот.
Оп, маслятки стоят. И там Настюха еще поймала. Оп, Настюха, подсекай. Так. Было. Очередной масленок. Да. Хороший, чистенький. Оп. Хочешь, что подберешь мимо. Вот так он. Я что, я... Вот раз, вот второй, вот. Ну, эти еще ругаются на меня, да. Что я грибы пропускаю. Конечно. А вы на что мне? О, вот. Вот, не... давай, ты собирай. Ты уходишь вперед и под березовики собираешь. Давай, 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 собирай. Ну, давай, ну раз, скажи, два, что? Три, что? Ты прошел опять мимо. Опять мимо. Просто вот так вот раз. Ну, я вдаль на перспективу можно. Смотрю. Так. Ну, пропустил 4 гриба. Ну да. Так, рыжик что-то нашла. Идем смотреть, что нашла. Рыжь, что нашла? Я маленький грибочек нашла. Вон еще. Маслятки. Молодец. Вот давай, давай, рыжа, поругайся на нее. Вот прошла. Прикинь, прошла Настя вот. И не увидела. Ты тоже прошел? Нет, не увидел. Я не смотрел, я здесь не шел. Это не Настя шел, не увидела. Мы вдвоем не увидели. О, молодец. Такие грибочки хорошие. Все, двигаем к выходу. Потихонечку. Рыжие перед выходом из леса прорвало. Опять не увидели мы. Не угомонить. Настюха. Ой, какой. Молодец. Ну, короче, вот. Так, ну что, мы по времени были сильно ограничены. У нас было часочек всего. Идем готовить завтрак. Девчонки довольные. Нашли один подосиновик, да? Да. Где-то десяток подберезовиков. И маслят много-много-много маленьких. Вот я пообещал девчонкам пироги спечь. Да. Да. Видимо, придется сдержать обещание. Придется. Иначе мы на лодке скинем тебя. Yeah.